Астра блаухильде – однолетнее растение высотой 30-40 см. Цветки игольчатые, диаметром 10-12 см. Выращивают рассадным и безрассадным способом. Семена высеивают в теплице, парники или ящики в марте-апреле, а в открытый грунт – в середине апреля с нормой 3-4 грамма на метр квадратный. Семена прорастают через 7-12 дней. Используются на срезание и для оформления цветников. Стойкий к фузариозу.